Ребят, помогите! Что случилось? Вы не поверите, но я, кажется, влюбился. Кого? В общем, мне нужна ваша помощь. Слушай меня, если ты не хочешь закончить свое первое свидание обломом, прислушайся к моим советам. А ну, покажи мне свою даму. Ну, вот. Ну ничего себе! Я бы ее... Да ты бы и собаку. Что? Кто это сказал? Слушай, женщина же, она как асфальт. Ну понимаешь, да? Но чем она теплее, тем быстрее тает лед. Лед у тебя в башке, вы такую не мог сказать, только от мороженого. Первым делом надо купить цветы. Желтые. Желтые, потому что любимый цвет? Все желтые, они красноватые. Понимаешь, друг, девушка очень странным гендером значения сущности своей. Тебе нужно подобрать ключики, утомящимся, отдающего ты сердце. Думаю, какие-то сложности в общении с ней. Ведь хорошая девушка, диалектный оборот и гипертрофированный все время тезисов лжи, понимаешь? Серьезно? По-твоему, это так работает? Что за хрень? Тоже мне философ. Да пьяный дед у подъезда даст лучший совет, чем ты. А тебе, Лайлас, могу сказать лишь одно. Сразу спроси, любит ли она пиво. Потому что зачем она тебе нужна, если с ней нельзя выпить пивка? Так, хватит! Друг мой, не слушай. Чтобы ваши отношения были долгими и крепкими, ты должен постоянно угождать ей. Поверь мне, женщина устроена так, что им обязательно нужно кого-то любить больше, чем тебя. А ты-то куда лезешь? Тут настоящее мужское дело. Ты же девчонка. Вы ничего в этом не понимаете. В этом деле я уж точно буду поумнее тебя. Как ты мог ударить девушку? Нежное создание. Я... Ребята, зачем все эти конфликты? Мы все люди, и сущности наши разнятся лишь гендером. Наша... Давайте уже прекратим этот балаган. Мы ведь все друзья. Может, вместе придем к чему-то? Мы? Друзья? Вообще-то... Я тут кровяты ненормальность. Я тут, понимаете, человек умру, мучу, а она тут же очень тяжелит. Я всегда, какая собака? Давайтесь, о чем я? Собака здесь только одна! Да. Ребята, а как целоваться? О, слушай. А давай мы с тобой местами поменяемся? Ну, мы же все равно с тобой одинаковые. Она даже не заметит. Отчаянные времена требуют отчаянных действий. Иди сюда, будем учиться. Так, бойцы, сделаем из этого сосунка настоящего мужика. Ты, надень его как следует. Ты, помоги собрать букет. А вот ты, сгинь, нечисти не мешайся. А как же поклониться?